И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется пиццерия Автона. Димончик, здравствуйся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, мы будем изучать этот режим, смотреть, что здесь новенького, ну и может много интересного. Ставьте лайк, если хотите, нам поставить лайк. Ой, мне голос немножко сел, ребята, не судите строго, но мы начинаем все тут крышить и ломать. Крышить? Ну, ничего себе. Так, что тут на доске написано? А, ну сколько что пицца, стоит? Пицца, так, что сколько стоит? Рыбка, во, спагетти, здесь красиво. Такосы всякие там. Во. А здесь, Дима, пицца. Стильненько, да? На стене здорово. О, давай этот нашу комнату сходим. Что у нас давай. Тут? Ну, заходись. Непривычно, на левую кнопку мыши нормально. Открывать. Как обычно, вентилятор беспонтовый, который не дует. О-о-о, видел на нас? Фредди стоит там, что-то машет своим ртом. Смотри, какие тут эти микроволновки ржавые. А, телевизоры. Обычно такие стоят, тут ржавые, прям старые. Дима, какие-то. За тебя смотри. Ого, ты кабан старый. Он меня тоже хочет напугать, короче. Смотри, там это, о-о-о. Через стекло прям выглядываю, кошмарный Фредди. Кошмар. Смотри, Дима, у него руки вообще офигеть. Ого, я думал, он сюда может залезть. Ого, еще один пришел. Пацаны, вы какие-то очень страшные. Смотри, он вентилятор откусил, Димас. Пол вентилятора. Обжоры. Димас, он к нам пошел. Смотри, вот вылупился. Блин, не заходите. А что у нас одна дверь? Должно две двери быть. Что такое? Нам одной хватит, Димас. Что за подпись? Это же пиццерия Автона. Это же необычная пиццерия. Одна дверь и три охранника. О, тусовка у нас, пацаны, собираются. Смотри, Димас нападает на тебя. Мужики, вы чё, мы добрые. Давайте вас сваливать их. Пошли. Давай вот сюда вот. Так. Так, красиво. О, это пасхалка, что ли, Диман? Где? Нет, пылесос просто. Вакуум. Вакуум. Всасывает хороший пылесос. Смотри, вот пылесос, да, и рядом, короче, веник. Смотри, сколько за нами движение аниматроников ходит. Мужики, вставайте, вы чё, бухие, что ли? Новый год кончился. Сейчас мы его запряжем, Димас, это убирать. Диман, давай наше любимое место, кухня. Это не кухня, Димас, это выход. На, понял. А, пойдем сюда, Димас. Я по порядку хотел зайти, обломался. Так, так, так. Вот, вот у нас. Автоматы игровые, все у нас четко. Во, пахнет прям едой. Пахнет едой, которую уже съели. Класс. Протухший. Фу. О, сзади пиццерии. А я понял, почему пахнет. У них, короче, на кухне сразу мусорка огромная. Смотри. Видишь, ого. Прям целый контейнер мусорный. Туда человек влезет. О, наконец-то светло стало. Димон, давай посмотрим, что на экранах запущено. Какие игры? Ну, это, скорее всего, вот эта пиццерия. ФНАФ нулевая часть, да? Так, это у нас тубзики. Давай посмотрим. Тубзики, я люблю. Ой, они какие-то заниженные, туда можно даже встать. Это, наверное, душ, Дима. Ты так вот берешь, ложишься и тебя поливает. Не срёшь. Все сходится, выходим. Калитка, открывайся. Здесь в туалете кто-то не смыл за собой. Смотрите, здесь целый этот суп, короче. Здесь, Дима, не могу дверь открыть. А, открылась. О, отлично, соседний. О, что это за телепиздрик ходит? Так, соседний тубзик. Иди сюда, мужик. Мужичок. О! Нормально. О, смотри, какая тут это, занавеска красивая у них. О, за кулисы. Кто-то насрал. Угу. А что это получилось? А, это крышки из-под бочек. Хотел сказать, пицца протухшая валяется. Я, кстати, тоже подумал, что это пицца какая-то. О, это можно нажимать. Так, а что? А, это сцену открывать-закрывать, Димас. Давай-ка, да. Открывай ее. А то она что-то это, прикрылась чуть-чуть. О, Димас, а то это тут... А, нет. Вот. Вот так. Эй, во, кто прикольно. Нажимает? Сейчас я говно нажимает там у нас. Кто-то нажимает. А мы же, чтоб аниматроник танцевал. О, смотри на марионетку. Она что, просит? Подаяние. Замаливает грехи. Извините, что я убила 1000 детей. Извините, что съела все пиццы ваши. И быстро поставьте лайк. И подпишитесь на Дима на канал. И на Димас ТВ. Ну и все, она все сказала. А нет, еще не все. И в комментарии напишите, что нам еще поснимать. Да. Смотри, тут стоит такой, глаза вылупил. Че вы на нем говорите плохое? Она хорошая. Он такой. Ты че? Ого, ты че головой разбрасываешься? Прикольно сделана, кстати, анимация.
Даже непривычно и страшно. Ну-ка, что у него внутри? А, нет, у него там кишки. Не Ой, красиво, немножко он просвечивается, я тебя вижу. Да? А, да. Ого, ты... А что, можно сквозь них проходить? А что он такой, это, не особо... Прозрачный. Мощный мужик. Прозрачный. Так, Диман, что еще тут есть в этой пиццерии? Пошли смотреть. Сыр. А, это не сыр. Сыр есть. Не, ну такое. Иди сюда. Пошли на улицу сходим, поизучаем, что вокруг пиццерии находится. Да? Пойдем. Пошли. Я тебя возле выхода жду. Я просто хотел тебе сыр показать с плесени. О, Бонни пришел. Офигеть, вот этот чокнутый человечек, конечно. Так, я, короче, иду, я на кассе тебя жду. Давай. Так, пошли. Вам чего? А, продайте мне мишку, которая посерединке лежит. Смотри, там, Диман, еще помещение, побежали туда. Это площадка детская, Димас. Пошли. О, смотри, тут даже горы есть какие-то. Идем, идем, сейчас будем все изучать. Так, я покатаюсь пока, Димас. Опа. А, блин, они нерабочие. О, все, Димон, по-моему, тут здание можно заходить. Красиво здесь. Ого. Я перестаю дышать. О, человек-монитор, Димас, ходит, смотри. Иду. У чувака. О, а, сюда этот матроник идет. Да что нам сделать? Это плюштрап, он добрый. Так он какой-то... Ого, ты че тут? Офигеть. Нифига он добрый, он на меня напрыгнул. Димон, может это FNAF 4 карта? Да, похоже на FNAF 4 очень. Да, наверное, знаешь, поднимемся. Кровати всякие тут. Ой, да, Димон, это FNAF 4. Фредди пришел, Димас такой. Во, человек-монитор здесь зомби бегает. Так. Во, здесь висят труханы чьи-то вязаные. А здесь у нас мангал, да? Ну, жила когда-то, потому что от нее-то остались только... Походу, о, что ты тут... Маринетка, успокойся. Понька откусил ей все. Да что она пьяная? О-хо-хо-хо. Прикольно. А, вот, Димас, где эта четвертая часть находится. Да-да-да, я уже тут был, все изучил. Я же тут вот в шифонере трусы вязаные висят. Шарфы, мне кажется, не? А, да, точно шарфы. О, у меня есть ножик, я, Димас, это убийца. Слышите? О, чувак, в двери застрял. А где ты взял ножик? Порежу. О, давай имитроников порежем. А мы можем? Не, мы не можем резать. Нет, анимации даже нет. Просто для понтов. Вот эта аниматроника, она, кстати, какая-то ржавая, смотри. О, кухня, мы еще здесь не были. Был я здесь. Ну, здесь ничего больше нету. Даже холодильник нельзя открыть и ничего взять оттуда покушать. А когда ты, Димас, здесь уже был? А когда ты застрял там в калитке? А, понятно. Видно, все, идем на улицу. Тут больше ничего нет. Да, а тут нам еще улица. Ого. Кровавое местечко. Как открыть? Такое. Странно, надо двери не открывать. О, Димон, я вышел. Вышел, да? Ой, я тоже вроде нашел. Около часов выход, я так понял. Ой, уже ночь. Зашли днем. Нифига себе, резко так стемнело все. Ага. Димон, иди сюда, вот я за тебя. Давай сюда, пойдем. Очень темно. Дождик идет, короче. Ночь, дождь, а мы такие по улице ходим. Мы делаем обход, смотрим, чтоб нигде не насрали, не нагадили. Ага, коты. Аниматроники. Так, вот не сбежали. Это заброшенный дом, наверное. А, нет, это мы тут были мы здесь. Ну что, в принципе, ребята осмотрели всю пиццерию и ее окрестности, да, Димас? О, качели, да. На качелях еще не катались. На качелях, на этих, да. Хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец. Ого. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!